знать, что это вообще означает. Так вот, в моем понимании, как я изучал теоретические книжки, гений – это наивысшая степень таланта. Гений. Наивысшая степень таланта. Таких, наверное, единицы во всем мире, по всем видам спорта или по всем видам нашей жизненной деятельности. Вот. А талант – более распространенное слово. Но талант означает наличие определенных способностей, причем высоких способностей. А вот мы часто употребляем «способный мальчик». Это такое необидное слово, способное, но неизвестно, что из него выйдет, понимаете? Но если вы говорите «способный», вы должны знать, в чем он способный. Поэтому всегда в этих случаях, когда вы что-то говорите, вы, конечно, должны иметь аргументы. Или сделать какие-то тесты, или просто знать теорию, что входит, значит, в эти способности и что позволяем назвать талантливый мальчик. Да? Давайте.